Ты смотри, монитор. Смотри, я вот эти уши поднимаю, да? Вот эту хуйню аккуратно пытаюсь снять. Ее держит бежевый провод, который идет во сюда. Он хера он его держит. То есть, там кнопка, которая запрещает это самое. Ладно, все, я ее не трогал. Что под ней? Под ней есть вот винт один. Видимо, здесь такой же, здесь пленки, печка, вся хуйня. Вот нам нужны пленки, печка. А я думаю, что нам нужен, блядь, бункер уже. Нет. Нам как раз больше нужна печка, и это, может быть, не придется и... Все, значит, снимаем бежевый провод. Внимаем его. Трудно. Это нам, блядь, удастся трудно. Так, это с бежевого провода. Снимай крупно, блин, ёптать нахуй, как я его, знаешь, ты снимай в деталях, там вдруг там что-то, потом, да. Может, на ютубе ловить? Нахуй, нет. Крупно снимай, что ты там, блин, достаточно, не стесняйся, я боюсь, что... Ты устраиваешь ебучку. Не ругайся, если ты хочешь на YouTube. Ругаться нельзя, но я уже раз. Просто надзор, что потом... Так, все, с этим... Отвинчиваем два винта от печки, да? Положительно. Снимай крупно. Не, больше нужно. Он крепкий, нужно держать. Похоже, что... Похоже, что это правильный ход был. Потому что вот эта вещь уже шумится. Крупно снимаешь? Пока горит свеча. Так, вот это особенные винтики. Да, снимай. Так, я пытаюсь эту хуйню снять. Вот она приподнимается. И на ней есть куча проводов. Снимай сами провода. Сейчас я их чуть-чуть отведу в сторону, и мы ее просто приподнимем и заглянем. Ее надо снять. Сразу отсоединять, что тут эти провода. Так, еще снимай крупно. Отсоединяем. Лезь. Везде такие шахты для этих проводов сделаны. Вот так сверху вообще. Шахты. Все, снимаю. Давай паузу сделаем. Подожди, да, давай. Что, закрыть просто? Нет, паузу останавливаемся. Так, я ручной отверткой снимаю предположительно кожу. Здрасте, здрасте. Сейчас мы его... Короче, 2 секунды. Сейчас мы его включим, да? И поймем жизнь. Все. Все, пауза. Подожди, я его еще не снял. Тут какие-то зацепы. Эффекта нет. А, подожди. Вот она. Сейчас. Главное, пленку не порешим. Ладно, давай паузу. Материнская. Чтобы посмотреть, что под ней, не знаю. Изумировать не стесняйся. Я зумирую. Так, аккуратно приподнял, чтобы посмотреть. А, еще один. Это рука в такую сеточку получается. Перезвечно. Так, во-первых, вот это вот, блядь, вентилятор. Не, что, плата мешает разве? Может, как-то нужно снять вентилятор. Плата должна сняться, что не мешает. Шлейф. Так, у меня вот здесь щит. И вентилятор не бьет. Там не щит, только это
пружинок, хуйня какая-то, блядь. Да. Тут, во-первых, вот здесь разъем. Разъем, это завод, это вот Миша. Да. Ну и вырубай, вот я буду стрелять. Так, это вот винтики, еще таких не было в этой серии. Нормально? Вот сегменты тоже не было. Нет, я это вешу. Не надо ее вешать. Да, хуя ее вешать, вот скажи. А вот еще один. Ну, короткий винт от USB. Такой же, но короткий. Я не третий. Внимаю шлейф. Сейчас нет, даже шлейф не надо вынимать. Обязательно надо вот это вот. Надо больше опетушняться и нить, потом уже. Раз. Да, два. Ну, я думаю, что. Так, все. Снимаем глаз. Давай снимаем плату, и то она будет мешать, мы лечим шлейф. Я ж. Да. Так, еще один М3 длинный. Все. Заходи с этой стороны. Снимаем материнскую плату. Там шлейф. Видишь, шлейф. Под ней есть такая вот, короче, коробка, коробок, который закрывает нам доступ к всем звездам. Знаете, я покопался. Вот нет. Вот сюда вот камера выглядит. Вот так мониторная серия. Не снимать. Так, короче, я снимаю шлейф сейчас у материнской платы. Я все делаю. Таков мой план. Но он не сильно, блядь, осуществляет. Каком-то этом самом я проще было ее с платой. Ладно. Слушай, снимаешь, куда ты снимаешь? Зачем тебе опять увязывать потом эту хуйню? От платы отсоединяю. Я боюсь сломать. Охуенно ты снимаешь, блядь, это пиздец. Вот этот вот пиздец. Да, что его держит? Его держит вот эта вот херовина, которая, блядь, под всеми этими платами находится, да? Установлен. Вот этот блок питания, эта плата какая-то тоже умная. Они соединены шлейфом. Я шлейф рассоединю, отвинчу их и повешу на проводах. И посмотрим, что там. Лучше не вешать на провода, снимай, снимай разъем питания. Ты это сам, ты снимай, это очень важно. Если ты что-то, блядь, не туда наведешь и не снимешь, то потом мы это не восстановим. Практически. Лучше отсоединять всю эту штуку сразу. Не надо откручивать. Отсоедини сначала удобно будет все шлейфы, нахуй. Не шлейф один. Почему один? Ты эту снимаешь давно с него, конечно. Ну, отсоединяй все в кибе, не мать, снимаешь, да. Вот два шлифа, она вот эта хуйня. Блядь, не так плохо отсоединяется. Да это пиздец.
если не сомневаться. Хотя должен. Ладно, сейчас я блок питания отхуярю. Ну вот эту кинацию, нахуй. Да она тоже заипшая. Видишь, блин? Видишь, не заипшая. Вот это ж явно не заипшая. Ой, я все заипшая. Просто мы разболтаны, ты вообще потом хуй вытащишь. Что осталось? Все. Так, вот питание уходит. Ну и вот эти все. Снимай винты. Ну, три длинные. Четыре штуки. Я их уже отвинчу. Значит, вот эти два. Снимай вот эти все шлейки, чтобы вытащить полностью эту плату. Нет, вот это, вот это. А зачем я ее так повешу? Ну нахуя вот пафос? Ну, ну давай, блядь, посмотрим. Что там двойная работа? Если что, привинчу, ты снимаешь? Конечно. Если что, привинчу и сниму. Ну, видишь, упал винтик. А причем упал? Конкретно. Ты грел снять эту хуйню? Нет, ты же говоришь, не надо. Оно все так через задницу сделано, что пока ты не снимешь это говно. Сейчас, буквально. Все через задницу сделано. Это действительно так. Но мы же успели. Я уж клинч. Нас этой хуйней не наебешь. Надо тут винтик где-то найти. Или так позже, да? Нет, позже я сам туда там все. Позже улетел или где-то смотришь. Этот не в пизду. Так, вуаля. Я могу отсоединять по-любому. Два винта здесь. Тут шлейфы вот эти ебучие, летят. Так, ну что, сейчас надо заглянуть. Да вот сними ее нахуй. Мы потом лучше прям пафос, серьезно. Давай, я хоть, давай мы увидим сейчас что там. Потом, если что, там винтик, ты помнишь, что мы проебали? Да, я помню. Это обычные саморезы, которые сделали. Да. Ты понимаешь, если мы сейчас будем... Опа. Я же тебе говорю, что оно мешает, пиздец. Ну, чеку. Вот, нихуя оно не вынулось, да? Естественно. Что эта хуйня мешает? Почему оно не вынулось? Вы это вырубай, камеру. Ты имел в виду вот эти винты? Да. Нет, эти винты держат пластмасску. Вот, вот эти вот М3. Я думаю, что он... Главное. Я сейчас все чуть-чуть отпущу. Нет, ты так пока не вытащишь, ты не поймешь. Ну не, а как? Ну все равно же, блядь, начнет люфтить. И еще один вот здесь, да? Да, разошлась щель. Что-то такое есть. Ну что, снимаемся? Да, снимаемся. Крупность снимается, блядь, потому что они разные. Тебе света там хватает? Да. Это земля. Да, большая земля, и она М4. Все, все рассыпется нахуй. Так. Ну, эффекта нету, эффекта, блядь. Сейчас я вот этот снимаешь. Центральный попробуй. Здесь трещинка разошлась чуть-чуть. А здесь ни хера. Здесь еще вот вин. А нет. Чего?
он. Это лишь самовес, он в пластик уходит. Это не он. Так, вырубай камеру. А! Подожди, может, мы сейчас... Тебе говорю, давай снимем эту плату, нахуй, с греха подальше. Ну, блядь, а, видишь, смотри, оно еще вон той железкой держится. С другой стороны, и здесь шипы. То есть мы эту хуйню не снимем даже... Порубай запись. Сейчас, я их сначала отдам и посмотрим перспективы этого дела. Да, здесь оно... Здесь оно, блядь, затянет.